Телекомпания «ВИТ» представляет. Служащие люди, как сам бывший в чем-то военнослужащий, с огромным удовольствием поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Будьте смелыми, будьте выносливыми, будьте бдительными и, конечно же, помните, что вас любит вся страна. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. А вот и наш подарок вам, Защитники Отечества. К вашему празднику группа «Блестящие» практически в полном составе занимает свои игровые места. Вы знаете, обычно, как правило, в будние дни основная телеаудитория нашей программы – это домохозяйки. Но сегодня, узнав о том, что группа «Блестящие» планирует посетить нашу яркую, красивую музыкальную студию, у телеэкранов собрались все защитники Отечества, которые сейчас служат в рядах вооруженных сил, либо уже отслужили, закончили службу. Поэтому помните о высоком предназначении: дарить праздник, дарить радость всем тем, кому этот праздник имеет прямое отношение. Итак, дорогие друзья, группа «Блестящие», участница под номером один Ксюша Новикова. Анна Семенович. И третья участница сегодняшнего шоу — Юлия Ковальчук! Давайте дарить радость людям. Да. Давайте. Все же вы участница по номерам один, выбирайте. Хиты 20 века, еще раз про любовь, поющие вместе мужчины. Мужчины. Анна. Выбирает Ксюша. Мне очень страшно. И, наверное, сначала любовь, потом мужчина. Сначала любовь, потом мужчина. Еще раз про любовь. Нотка, в которой бы вы хотели сыграть. Давайте один. Давайте один. Слушаем музыку. Плейбой клёвый такой, мамочки. Мой милый бэби. Защита! Откуда оно играет? Я хочу сказать, что недаром, согласно исследованиям, которые проводила несколько глянцевых журналов, у Юлии Ковальчук один из самых высоких IQ на нашей эстраде. Сейчас буду стесняться. Не надо стесняться, Юля, просто выбирайте. Я думаю, что хиты 20 века, нота номер 3. Слушаем. Ксюша! Медсестра по глазки. Надо еще так делать. Он так делает. Я так. Марлевые повязки. Защита! Повязки. И считаем, влюбился по уши в нее. Ксюш, ну что, мужчины, любовь у нас была. Для вас она была неудачной. Давайте мужчин. Мужчины. Это мы. Это те, кто вас любит, те, кто ради вас совершает подвиг. То есть это они поют или песни о них? Песни о мужчинах. Решайтесь. Ну давайте уже мужчины. Мужчины, мы будем решить. Один? Один, пожалуйста. За четыре моря. Совершенно верно, песня группы «Блестящие». Согласно исследованиям глянцевых журналов, у Юлии Ковальчук не только самый высокий, один из самых высоких IQ, одна из самых лучших реакций. Юля, выбирайте. Ой, Валдис, я не узнала. Не перестаю смущаться. Давайте хиты все-таки 20 века. Номер хиты 20 века. Нота номер один. Слушаем. Ксюша. Что же ты, да, мальчик? Бродяга. А зачем вы подсказываете? А мы так договорились. Нет, ну, конечно, нет, вы в одном коллективе, но тут слава достается победительнице только одной из вас. А мы договорились подсказывать, когда тут слов не знаешь немножко, но музыку поешь. Мальчик-бродяга, защита! Андрей Кубин. Что же ты, тата? Как-то Анна удачи летает от Ксюши к Юлии, от Юлии к Ксюше. Попробуйте поймать. Ксюша, выберите что-нибудь. Ой, давай для Ани «Поющие вместе». Давай. «Поющие вместе» для меня отлично. Это коллективы либо исполнители, которые объединились для исполнения какой-либо песни. Нотка. Ой. Давайте три. Давайте три, слушаем. Юля. Эх, не успела. Сейчас скажу. Письма о любви, не строчки, не даля. Книжки о любви. Защита, наверное! Итак, уважаемые участницы и милые телезрители, вернее так, уважаемые телезрители и милые участницы, так будет правильнее. Наверное, на этом первый тур нашей программы завершается. Ксюша, Юля, игра, ну просто фантастичная. Анна, да. Возьмитесь за ум.
За ум? Сейчас. Возьмитесь за Юлю и за Ксюшу. Да, возьмите за Юлю. Вы обладаете огромным количеством достоинств. И ум одно из них. Вы правы абсолютно. Возьмитесь за него. Ну, причем тут ум и ваша игра, объясните мне, Валдис. Хорошо, возьмитесь за ум, найдите в нем раздел «Музыкальная эрудиция». Да? Да, полистайте его на досуге. Вы знаете, попробую, куплю себе книгу с нотами, нет, буду нет, искать. Сейчас не успеете, потому что во втором туре мы увидимся через несколько мгновений. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участницы. Я надеюсь, этих нескольких мгновений хватит Ане для того, чтобы вспомнить все мелодии отечественных композиторов и заиграть. Ну, было бы обидно без нее наше сегодняшнее шоу проводить. Согласен? Уважаемые защитники Отечества, поздравляем вас с праздником и вновь преподносим вам этот замечательный букет из трех участниц группы «Блестящие». Добро пожаловать во второй тур. Кстати, знаете, хотел... Вы принимаете вообще критику в свой адрес? Да, относительно песен. Вот мне кажется, вот песня новогодняя ваша, да, вот где хлоп-хлоп хлопушки развешаны по елкам, смыслово неправильно. Лучше так, хлоп-хлоп хлопушки, мы дергаем под елкой. Пожарной безопасности нельзя, елка там загорится. А если она искусственная и есть акт о пропитке? Господи, что это? 4750 рублей у вас, Юлия, вы лидер по итогам первого тура. Выбирайте «Миллениум Хит», просто праздник, когда поют солдаты «Метеобюро». Я думаю, что «Миллениум Хит» — это что значит? Вы только что выбрали эту песню, популярную в нашем третьем тысячелетии. 1500 рублей, слушаем музыку. Ксюша. Бананы кокосы? Бананы кокосы? Да, да, есть такая песня. И кто же ее поет? Группа «Блестящие», «Защита». Очень интересная аранжировка. Я не знаю, что прям... Давайте так. «Миллениум Хит», включи мелодия. Ксюша. Саша плюс Маша равняется... Да, «Защита» на премьер-министра. Угарно. Анна, вы знаете такой термин «белая ворона»? Да, конечно. Вот не к вам, но к вашему табло этот термин на данный момент. Отлично, там нулик. Отлично. Он применим. Главное, чтобы не ко мне было применимо. Девочки, послушайте, давайте пожелаем Анне удачи. Удачи. Игровой удачи в сегодняшнем шоу. Аплодисменты Анне Семенович. И у нее все получится. Кто выбирает, я забыл. Я. Вернее, вы выбираете. Давайте останемся там же. Останемся там же. «Миллениум Хит» следующим. Юля. О. «Виагра». А я просила его. Нет, не дам. Песня называется «Не оставляй меня, любимый». Это явная ошибка. Две мелодии. Юля Ковальчук вне игры. Анна, вот он, ваш звездный час. Вам приходит право выбора. С ним удача на нашей площадке. Прошу. Надо подумать. Быстрее. Анна, время идет. Время идет. Просто праздник. Просто праздник. Любые праздники в этой категории слушаем. Невелик, они в армии не служили и служить не собираются. Более того, вот такое потрясающее созвездие красивых женщин вообще нельзя призывать в армию. Класс! Браво! Отлично! Несокрушимая, легендарная, в боях познавшая радость побед. Песня о советской армии. Ее никто не угадал. Девочки, еще одну не угадываем, а дальше... Да, но, наверное, солидарности с Юлей. Прошу вас, Ксюша, выбирайте. Не выбирай больше. Давайте добьем категорию. Добьем категорию «Миллениум Хит» следующей мелодии. Да, Ксюша. Ты не знаешь, как сделать первый. Как обидно, я думал, что вы нажали случайно. Да, совершенно верно. Да, 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 да. Ты не знаешь, как сделать первый шаг. Лицей. Над Юлей зажигается свет. Встречаем ее аплодисментами. Добро пожаловать. Расцветайте на нашей площадке. Уважаемые участницы, на этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Сюдечка, я думаю, там миллион. Не надо этого делать. Обычно ведущий, как правило, заглядывает на табло цифры участников. 8840-0-4750. Но у Анны этот у ноль меня единственный. У меня и на конце. Да, Анна, наверное, мы просто радовались нашей встрече сегодня с вами. Аплодисменты Анне, спасибо ей огромное. Ксюша, Юлия, увидимся в третьем туре. Прошу взойти на подиум, уважаемые участницы. Несмотря на то, что участниц группы «Блестящие» на нашей площадке стало меньше, но праздник от этого не перестает быть праздником, ведь они по-прежнему с нами.
наступает время полуфинала нашего сегодняшнего шоу. Ксюша или Юля? Юля или Ксюша смогут передать последний финальный привет защитникам Отечества. Поживем, услышим. Какие вы все-таки веселые, какие вы милые, какие вы добрые, но сейчас надо стать злыми. Потому что каждая из вас должна победить соперницу в непримиримой битве за право выйти в финал и от лица всего коллектива «Блестящие» поздравить страну с Днем Защитника Отечества. Высокое право. Мы так не договаривались, что нужно быть злыми. Сюрприз. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Ксения. Ксения начинает торги после моей подсказки. Песня о желании повстречаться с владыкой сказочного государства. Прошу. Юль, я угадаю с пяти. Угадывай. Угадывай, пять нот песни о желании повстречаться с владыкой сказочного государства. Раз, два, три. Песня называется «Маленький принц». Кто тебя выдумал? Звездная страна. А я хотела сказать, вот это да. Ну что же вы не сказали? Счет 1-0 в пользу Юли. Аплодисменты. У меня даже версии не было. Нет, и не было. Подсказка номер два. Песня о желании отчеканить каблучками дробь. Юля, прошу. Ну, давайте я с пяти Ксении угадаю. Давайте, Юля, угадывайте. Песня о желании отчеканить каблучками дробь. Юля, угадывайте с пяти нот. Тун-тун-тун-тун. Раз. Два. Три. Не знаю. Барабан был плох. Барабанщик плох. Танец на барабане. Только барабан была вся лучу под стать. Счет 1-1. Какие сложные загадки. Подсказка номер три. Песня, рассеивающая тревогу беспокойного мегаполиса. На самом деле очень прозрачная подсказка. Прошу вас, Ксения. Юлия. Я угадаю эту мелодию с 7 минут. Ну, Ксюш, я попробую с 6. Ну, я с 5. Угадывай. Угадывай. 5 нот песни, рассеивающей тревогу беспокойного мегаполиса. Тяну к вам руку за ответом. Прошу, о, дай ты мне ответ. На. Раз, два. Три. Любимый город может спать спокойно. Я угадала. Юля знала эту мелодию, а Ксения отвечать нужно было вам. Вы не ответили. Еще 2-1. Подсказка номер 4. Песня организованных потомков пролетариата. Юля, прошу. У меня нет выхода, как Ксении угадать эту мелодию с 7 нот. Ну что же, Юлия, я угадаю с 6. Я угадаю эту мелодию с 5 нот. Ну, давай. Угадывай. 5 нот песни организованных потомков пролетариата. Славься. Нет, подожди. Мы пионеры, дети рабочих. Сдвиньтесь кострами! Да, да, да. В синие ночи мы пионеры, дети рабочих. Аплодисменты, потому что сейчас она за 3-1. Басу Юли. Ну вот и все. Будем прощаться. До новых встреч. До новых встреч с вами, потому что ваши песни звучат в сердцах миллионов, а значит и в моем сердце. Они звучат на сейчас вашей красиво передаче. Сказал. Красиво Вау. Сказал, и, конечно же, они будут звучать в вашей программе. Аплодисменты Ксюше, мы прощаемся с ней. Юля, увидимся в суперигре. Прошу зайти на подиум, уважаемые участницы. Мамочки, я не рассчитывала. Юлия Ковальчук, вот имя финалистки нашего сегодняшнего шоу. Именно она будет поздравлять защитников Отечества. И, конечно же, именно она, я уверен, выиграет суперигру. Сегодня Юлия Ковальчук из группы «Блестящие» будет поздравлять защитников Отечества персонально с праздником. А как она это сделает, мы увидим прямо сейчас. Юля, поздравляю с победой. Прекрасно, ярко, талантливо, красиво. И я говорил о том, что победительнице выпадет высокая честь поздравить наших защитников Отечества. Поздравляйте. Уважаемые защитники Отечества, мы вас любим так сильно, что я не могу просто описать. Сегодня все для вас. И передачи, и любовь, и поцелуй. Прекрасно! Аплодисменты, дорогие друзья! Лучше и не скажешь. Теперь о денежках.
13 590 рублей, но в конце концов со звездами не говорят о деньгах. Звезды выше этого бренного продукта человеческой жизнедеятельности. А, слава, слава, слава суперпобедительницы. Готовы? Готовы? Готова, готова. Мы желаем победы нашей финалистке Юлии Ковальчук, группа «Блестящие». Поехали. Девочка Севера. Девочка Севера, засчитана, премьер-министр. Прекрасно. Тишина. Следующая. Ва-банк группа. Ва-банк, совершенно верно. Да, 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 да. О том, что он по столице нашей родины прокладывает. А маршрут. Маршрут. А если это столица нашей родины, то какой маршрут? Столичный маршрут. Нет, нет, все правильно. А, только прилагательное. Московский маршрут. Маршруты московские, засчитано. Следующую мелодию подсказывать не буду. Выкручивайтесь как хотите. Хорошо. Дальше. Капля лета на ладонь упала. Жасмин, засчитано. Мелодия, тишина, тишина, тишина. Мелодия номер 4. Москва, бум, звонят бум, колокола. Бум, бум. И Юрий Михайлович. Да. Всем шлет привет, совершенно верно. И Олег Москва. Газманов. Что-что? И Олег Газманов. Олег Газманов, да. Москва, звонят колокола. Следующий. Чай вдвоем, загадала, жила день рождения. А, что же это? Да-да-да. По-моему, вы сказали, пропускают, да? Да. Пропускают, да? Да, сказала, пропускаю. Угу. Дальше. Хлоп-хлоп, хлопушки. Мы дергаем под елку. Под елку, вот это блестящее. Вот скажите это одной фразы, пожалуйста. Я настаиваю. Хлоп-хлоп, хлопушки, мы дергаем под елкой. Совершенно верно, новогодняя группа «Блестящие». А у вас в запасе 14 секунд, неразгадана мелодия номер 7 и мелодия, которая, вы сказали, пропускает, мелодия номер 5. Слушаем. Слушайте, это очень похоже на старую песню. Нет. Нет? Нет, нет, нет. Такой, знаете, певец-летчик. Кто у нас певец-летчик? Маршал. Маршал, маршал, да, совершенно верно. Это какая-то вот, смотрите, новая смотрите, композиция. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот он лег, отдыхает, лежа раздевшись. Спит. Это вы сказали, не я. Угу. Потом он взбодрился. Проснулся. А, рассказ о том, что видел сон. Снилось мне. Засчитано! Есть! А сколько у меня осталось секунд? Одна мелодия, 6 секунд. Слушаем. Кнопку. Все, времени нет. Раз, два, три. Ответ. О любви. Роман так назывался. Роман мелодия, к сожалению, Юлечка, я не могу засчитать вам победу, но аплодисменты, аплодисменты, конечно же, адресованы только вам. Но я же работал над собой. Да нет. Я работал над вашими ошибками, я подсказывал. И все это для того, чтобы она вышла и блеснула своим музыкальным образованием. И, конечно же, еще раз помахала рукой, послала воздушный поцелуй. Привет всем защитникам Родины. С праздником вас, дорогие друзья. И, конечно, в этот праздничный день Александр Маршал снилась мне. Счастливо. Всего доброго. Зачем мне такие сложные мелодии загадали? Я падал в небо, я улетал, улетал, улетал.